Всем привет! Мы в деревне на лето приехали. На мне головной убор, потому что у нас тут пчелы, и если не наденешь, они начнут запутываться в волосах и будут жалиться. Вот такой кидик. Вон Трофим с Машей. Ужасно кусаются мошки, но на батуте в движении они, конечно, не кусают. Поэтому хорошо. Кися! Кися? Кися вон наша. Не сфокусируется? Кися! Нет. Там у нас Патрик ползает, гуляет. Патрик — это наша черепаха. Вот он. Ест травку. А то зимой не было травки. Соскучился. Гуляет. Мама, где шапка? Шапка улетела? Пчел роется. Смотрите, показываю вам рой, как он прививается к дереву. Вот сейчас мы его будем снимать. Тут тысячи пчел. Смотрите, какой красивый. Сейчас мы его будем... Вернее, я буду помогать дымить. Вон он, такие пчелки. Красивые, ползают. О. Я, кстати, только недавно осмелилась так вот подойти. Да, что-то их там немного. Сфоткать. Это на твой лев. Тоже, да. Это я в доме. Пап. Давай, на старт, внимание, марш. Зайчик, зайчик, молодец. Еще давай, зайчик. Ой, как хорошо. Отдохни, зайчик. Как кто, как зайчик? Ну-ка. Ух, молодец, еще.
Здорово, обратно можешь? Обратно можешь перепрыгнуть? Нет, только папку. Ну, так делать. Так поролик. Можно так поролик. А можно ножками покатать? Ой, блин, смотри. Смотри, дочь, смотри, мама тебе сейчас. Да, вот так можно ножками походить. Так, потихонечку, мелкими шажочками. И обратно. Это как сова на жердочке, да? Как сова, как птичка. Птички так, в другую теперь сторону. О, молодец. А теперь можно вот так, смотри. Встаешь, а палочку просто ножкой вот так катаешь, как пластилин колбаску делаешь. Да, вот так ножкой. Теперь другой. Давай другой ножкой. Так. Молодец. Мам, у меня ногу. Давай. Ногу так. Ну-ка, дай посмотрим, что мы сняли.